Ребятки, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода, и давай, исчезает эта картиночка. В общем-то, снова читаем Линкотоп, постоянно в каждом видео я говорю вот в начале, что мы находимся в гостях, это не мой аккаунт, то есть не мои динозаврики, в общем-то. Это аккаунт одного из моих подписчиков, которому помогаю я, который помогает мне. В общем-то, это не мое. Все это не мое. И постоянно мне пишут, у тебя взломка, где ты взял, что ты сделал, не знаю я. Ребята, это не мое. У меня в аккаунте нету даже ни одного пахи-галозавра на данный момент. Так, с этим разобрались. А теперь я решил все-таки, думаю, красавец. Просто must have, всем нравится. Думаю, почему бы нам не записать еще короткую какую-то серию. Мы будем вот сейчас сражаться вот им. Просто пойдем и будем колбаситься. Вот такой вот он красавчик. Сделаем парочку боев. Так, опять не туда. Давайте-ка выйдем назад и пойдем сейчас сделаем парочку сражений. Так, что у нас по турнирам? Чудовище глубин, это под водой. Сдвиг ледников, вот надо будет у себя в аккаунте постараться пройти. Так, ну, будем идти сюда. Ну, что, давайте пойдем. Так, и будем кем-то сражаться. Так, давайте. Так, а у нас сколько у нас есть... Два индомин. Давайте так пойдем. Индоминус. И пахи-галозавр. Погнали. Короче, сейчас будем разные комбинации использовать. Ну и обязательно брать пахи-галозавра. Ну, правда, вот это я выбрал плохую комбинацию. Потому что нам подберут под нее очень сильных противников. И там легко мог попасться. У противника, кстати, комбо была бы сильнее, если бы там был не вот этот вот красавчик. Так, но все равно очень неудобно, то есть он меня за два удара убивает, то есть при этом он сильнее индоминусов. Ну так вот, если раз, да, ну да, по всем параметрам. Так, он один балл мог перенести, ладно, два поставим еще в защиту. Черт, он два перенес. Лажаем, ребята. У него очень крепкие противники. Так, а я тут вот, конечно, лоханулся вот с этим моментом. Не буду атаковать. Ну, потому что если я проатакую, то я сразу теряю индоминуса. А вот сейчас, ну, уже как-то повеселее. Он, конечно, меня проатакует, но... Блин, удар даже у эрликозавра сильнее, чем у индоминуса. Печалька. У него 6, атакует на 6. О, он только что дал нам шанс на победу. Очень неплохой шанс на победу. Так, его величество пахи-галозавр. Так, раз, два. Блин, если бы я его за 3 пробивал, вообще было бы шикарно. Так, мы знаем, что у него, у приатродончика будет удар 2300, и то есть мы не можем позволить себе поставить щит меньше, чем 3. Потому что за 2 удара он нас точно легко пробьет. Ну, вот он понадеялся. Хотя это было бы неправильно. То есть я бы все-таки не стал атаковать на его месте. Ну, в общем-то, мы из полной жопы, ребята, такие выбрались в победители. Так что не забывайте поставить лайк, ребят. Давайте побольше лайков. Побольше. Я ж стараюсь. Годноту вам показать. Так. Отлично. Идем дальше. Так, пахика мы... освобождаем. Кем будем сражаться? Ну, давайте возьмем вот такую комбинацию, какая у нас была. Какая была у нашего противника. Только ее немножко модернизируем. Два приатродона.
если сейчас, ну, даже если попадается Горгазух, то, в принципе, он не так уж страшен. И смотрите, юдоны по 9 косарей. Блин, такие, конечно, троицы нам попадаются. Просто ахтун, ахтун. Он решил проатаковать. Ну, это как-то напрасно. Так, два. На один. Болта тебе. О чем хотел сделать одним ударом, я даже не догадываюсь. Так, ну блин, у него все... Все, короче, печально. У него удары сильнее моих, и жизни у них больше. То есть у нас противник реально сильнее. Черт, могла проатаковал. А у него три. Нехорошо, нехорошо. Раз, два, три, четыре. Нехорошо так поступать. Не захотел атаковать. Ну хотя бы тут эрлифозавр 30-й. Удар не больше, чем у Индоминуса. Давай 4. Ха! Пробил! Давай, 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 юдончик, давай! Мы три раза, вот два раза сражались, и нам ни разу не попался амфибия. Почему-то Горгазух нам не попадался. Супер удар! Пахи! До свидания, едончик. Ну, у него слабоват удар, на самом деле. Мы за два удара не убиваем. Это, то есть, Диморфодон, там понятно, 5000 сил удара, два удара и хана. А здесь вот его надо редактировать. Нужно ударчик посильнее бы. Либо жизни побольше, потому что Приатродон его легко убивает за два удара, а мы не можем. Где такое видано? Так, ну давайте сейчас возьмем максимальных. Максимально крепких ребят возьмем. Давайте так вот поставим. Даже если попадется сейчас амфибия, нам, в принципе, не страшно. Едон потанкует. Так, у нас Сегназух попался. В принципе, я могу его продемажить. Читок. Так, у него 2, 2, 2, 2, 2. 2 я выдержу. Если он вдруг меня захочет проатаковать на 4. А он таки захотел. А вот тебе так. Мне главное Метриофодона сейчас тоже подтусовать, чтобы не оставить его на 1-1 с Сегназухом. Ну давай. Атакует на 2. Ситуация такая не очень хорошая. Хотя... Раз, два. И раз, два, три. Ну давай, Сигнозу. Твой выход. Атакуй на все 4. Чтобы проиграть по-быстрому. Но он не захотел. Ладно. Поставил 2 в защиту, я бы его мог пробить, конечно же. У него 6, атакует на 4. 2 балла осталось, а у нас будет целых 7.
Мы его перехитрили. Давай. Вот так вот. Хорошо. Идем дальше. Так, 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 так. Я сигназуха не брал. Так, кого бы взять, я вот думаю, все. Юдон, Гаргазух и Пахи. Отлично. Это будет больно. Ну, как бы удар еще слабее. Ну и зачем ты так сделал? Чао, какао. Заколбасили эрлифозавра. Так, что-то я не посчитал, сколько там у нас баллов было. Ладно, больше двух точно не надо. Давай. Не захотел. У нас в каждом бое пахигалозавр должен нанести последний удар. Вот такие вот у нас, в общем-то, были дела, ребятки. Ну, я на этом, думаю, закончу. А всем, кому понравилось, обязательно поставить пальчик вверх. С вами был Александр, и до скорых встреч. Всем пока.